мне сейчас понадобятся 4 мужчины с явными пивными признаками. Молодой человек вообще рано имеет пивные признаки. Есть такие, знаете, уже закаленные, которые уже здесь вторую-третью неделю, которые уже пить устали, но не пить нельзя, потому что можно потерять форму. Что мне показывает? Вот этих двух молодых людей, как, что, весь ряд показывает? То есть у вас весь ряд, да, любит? Ну, я не знаю, давайте, вот, мне кажется, вот человек промашка вообще подходит. Друзья, под ваши аплодисменты. Вот, отлично. Это минимум. Мне дальше нужно по нарастающей. О, давай, ну давай, давай. Красавчик, президент одел футболку. Молодец. Думаешь, спасет? Здорово. Друзья, идем по нарастающей. Так, встаем. Рядышком встаем. Дальше идем. Полторашка нужна. Во, давай. Интеллигент в очках. Так, ну и сейчас вообще надо завершить. Друзья, вот, хорошие аплодисменты. Самое главное, вы сейчас поймете, что я себе проблему трещу. Вставайте в этот замечательный ряд. Друзья, давайте поаплодируем мужчинам, которым можно гордиться, на которых можно положиться и попрыгать, как на батуте. Давайте знакомимся, как вас зовут? Юрий. Какой город? Владивосток. Круто, давайте поаплодируем Владивосток. Родина праворуких автомобилей, наша команда все еще нет нервы, ездит на праворуке. Замечательный город на самом деле. Александр. Александр Сочин. Друзья, сочинцы. Алексей Беларусь. Алексей Беларусь, друзья. Сергей. Сергей? Просто Сергей, друзья. В каждом городе все Сергей замечательно. Друзья, присаживайтесь вот на 4 стульчика. Друзья, присаживайтесь. Все, проходим ровненько, ровненько. Ну, давайте побыстрее. Представьте там пивной ларек, свежее холодное пиво. Да вот там 4 стульчика. Куда вы метите? Товарищ Владивосток. Хотели подсидеть одного из актеров? Сейчас. Дорогие друзья, я вас приглашаю в театр под названием «Уральские пельмени». Итак, встречайте наших актеров, ведущих. Максим Николаевич Ярицев, Андрей Борисович Пирожков и Дмитрий Владимирович Соколов. Добрый вечер, коллеги. Сергей Владимирович Исаев, у нас заслуженный актер. Чем вчера все закончилось? Чем, чем? Как обычно. Что? Это вы? Да. А уж, господин. Полные штаны. Полные штаны. Стыда. Что такое? У вас выпало что-то, говоришь, снизу. Это талант. А что, колготки покраснели? Это стильно. Вы что не понимаете, Волков. Так. Все, начинаем репетицию, друзья. У нас сегодня новая пьеса «Принцесса на горошине» Ганс Христиан Андерсен. Мы сделаем из этого арт-хаус. Это будет бомба. Что это за человек выходит? Это мой личный. Вы уволены, между прочим, уже неделю назад. Что тут шляетесь по театру вообще? Так, давайте распределим роли. Значит так, Горошин. Горошин. У вас будет роль Горошина. Это главная роль в спектакле. Фундаментальная. На вас будет держаться весь спектакль. Приготовьтесь. Так, Волков, будете у меня волком. Опять что ли? Волк, 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 опять волк, 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 волк. У Андерсена в сказке нет волка. Вы у Андерсена работаете или у меня? У вас. Ну и все, сел, хвост поджал. Тявка тут еще нету. Так, Николаев. Да. У вас роль Николая. Все ясно. Николай. Николай. Все роли написаны под нашей фамилией. Так естественно. Уже год ничего не меняется. Интересно, кем буду я? Билибердулин? Да. Будешь татарином? Как татарин? Я же башкир. Как башкир? Билибердулин – это башкир. Но татарин? Черт, мне тут нужен татарин. Ну, по смыслу. Ничего не знаю. Ладно, сейчас переделаем прям по ходу эти роли. Не трудно, это арт-хаус, там, значит, просто делается. Так, Горошин. А ну? Значит, муж Горошин. Куда вы пошли? Он учил. Что вы делаете? Вам ничего не надо слышать вообще? Зачем? Так, муж Горошин. Ну, буду, что ли, остается делать. Так, и все. Так, Волков, ты будешь у меня, знаешь, чем?
водой. Наконец-то что-то новое. Я буду самой жидкой водой. Хотите, буду горячей, хотите, буду холодной, хотите, буду газированной. Привет, я газировка. Выпей меня. Шиплю. Чего не пьешь-то? Я газировка. Зачем вы с водой пьешь? Ладно, все, стоп, стоп, стоп. Будешь водой, но в другом агрегатном состоянии. Будешь лед. Все, сел, ждешь весны. Завод хорошо. Так, Гильбертулин. Да. Будешь у меня королева. Королева? Не башкир! Королева. Королева Башкирии? Просто королева. Я справлюсь, спасибо. Вот дела. Эргенс Николаев? Так. Вы будете принцесса. Принцесса? Принцесса на горошине? С какой хурмы-то? Да нет, с вашей щетиной, я бы сказал, принцесса на любителя, я бы сказал. И самое главное, друзья, обратите внимание, представляю вам 4 тюфика. А? Один к одному, смотрите, какой материал. Прямо все, как прямо синтепон, прямо, смотрите, да? Лет 15 последних готовились к этой роли. Прямо. Так, все, давайте начинаем репетицию. Так, первая сцена. Значит, у нас горошина лежит на скамеечке. Хорошо. Так, тюфяки, встали. Работаем. Значит, с кого начнем? Ну, давайте вот, наверное, вы. Как раз такой клетчатый. Хорошо. Первый тюфяк. Значит, давайте, садитесь на горошину. Ну, садитесь. На саму горошину. Вот, давайте, майнуйте. Майна. Вот. Хорошо. Отлично. Дальше, вот, давайте, вы. Хорошо. Вы следующий тюфяк. Давайте, хорошо. Интеллигентная красочка. Вы проще по-свойски, как будто вы уже садились на колени. К мужчине вы садились не раз. Так вот, надо попросить. Прыгайте, я тоже в следующий тюфяк. Да, хорошо. У вас прямо вот хорошо, мне нравится. Самый фактурный вы будете. Вы, на самом деле, и как будто и на колени садили мужчину. Ребята, у меня спинка уже. Вы все делали. И наконец, вот у нас самый такой, пойдете под матрасником у нас, короче. Короче, режиссер, мы на грани. Хорошая у вас наволочка, я смотрю. Так, все отлично. Принцесса, займите свое место, пожалуйста. Я? Да. Туда? Да, вот, пожалуйста. Вот это поворот. Здравствуйте. Что это у вас? Красная майка. Не помните Владимира Владимировича. Не помять бы Володю. Все, готовы? Так давайте, значит, первая сцена. Смотрите, утро, идет дождь. Угу. Волков, вы куда пошли вообще? Вы же сами сказали, идет дождь. Дождь — это вода, я и пошла. Нет, давайте утро и выпал туман. Вы падаете тут на стол и сохнете потихонечку. Да. Так, входит королева, музыка и по тексту. Гильбертулин, давайте. Доброе утро, как тебе спалось, Николаев? Что? Что? Какой Николаев? Вы что думаете, раз я башкир, ничего не понимаю, что ли? Вот этот Николаев, у нас один Николаев. Гильбертулин, друг мой. Это я знаю, что он Николаев, вы знаете. Зритель не догадывается, что он Николаев. Простите. Какой Николаев? Да господи! Я исправлюсь. Маэстро, будь любезный еще разок. Доброе утро, как тебе спалось? Вот этот Николаев. Хорошо, допустим, отлично, хорошо. Дальше. Плохо спалось вот этот Белибердулин. И что же тебе еще? Стоп. Армен, на самом деле хорошо, у вас вообще отлично. У вас хорошо. У вас очень плохо. Очень плохо. Во-первых, у вас в глазах интерес. У вас не может быть интереса. Вы тюфяк, у вас нет вообще интеллекта. Во-вторых, зачем вы его обнимаете вообще? Это вас касается. Вы тюфяки, у вас либидо отсутствует тоже. Не надо его обнимать, я говорю. Пожалуйста. И не надо ржать, у вас нет чувства юмора. Вы тюфяк! Войдите в образ уже! Вы
почему нет, вообще очень хорошо все делает, вообще. Вообще не понимает, где он находится вообще. Когда Муслу уже, или Муслу, либо без сознания, даже его придавили тут, или... Все, живой, да, все нормально с ним. Вот так, играйте, пожалуйста. Вас кислять. Продолжаем? Еще раз, давайте, давайте. Маэстро. Как тебе спалось, вот этот никогда... Стоп, что там еще? Че? Я наказываю текла. Войдите в образ уже, у Грошина нет ног. Хорошо, у меня что-то затекло. Что там у Грошина затекает? Может, вода затекла? Я шуршу, там затекло. Сядьте на место! Какая вода? Это Грошина сухая, там 0% влажности. Откуда вы там взялись вообще? Я скажу, когда вы выходите. Не выхожу, а вытекаю. Окей. Мистер Рождество, хорошо. Продолжим. Еще раз давайте. Как тебе спалось вот этот Николаев? Плохо спалось вот этот Белибердоли. И что же тебе мешало? Мне что? Мешало? Можно ничего не отвечать, так понятно, что вам мешало. Безобразная игра одного дефига вам мешала, который смотрит на все с интересом, вот так. Что это было? Соберитесь. Соберитесь, пожалуйста, ничего не делайте, ничего. Что вы ржете? Под матрасик тоже тебя касается. Что тут за тут? Единственный хороший человек без сознания лежит там же. Я не знаю, что делать с ним. Давайте накроем его пледом и все. Что хранить? Всю картинку портит. В конце концов, вы сделали. Артхаус может так беспокойно быть. Очень хорошая картинка, мне нравится. Тюфяк, тюфяк, гюльчатай, тюфяк. Ребят, давайте, давайте, соберемся и мы отпознаем. Сейчас расскажем. Доброе утро, как тебе спалось вот этот Николаев? Плохо спалось вот этот Бельбердули. И что же тебе мешало? Мне мешало. Даже под пледом видно, как он безобразно играет. Даже под пледом видно, как ему интересно все там. Что с ним делать, я не понимаю. Слушайте, товарищ режиссер, мы сейчас на нем зависнем, как на 15-м разбойнике в Али-Бабе, помните? Мы даже его в кувшин прятали, он все равно заметный. Так это же он и есть. Он играл у нас 15-го разбойника, я помню его. Вы ему тогда еще сказали, вам только тюфика играть, пожалуйста. Да, 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 точно, точно. Знаете, что сделать? Давайте мы с вами попрощаемся. Под аплодисменты зала мы попрощаемся. Я понимаю, это Артхаус или не ваш? Я... Он уже классический репертуар, Островский, Чехов. Браво! Булгаков. Молодец, на самом деле, актерищи. Но вот нам нужна другая фактура. Так, а что вы встали-то? Давайте садимся, садимся, садимся. Да, 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 Горошина, я же сказал, на вас будет держаться весь спектакль. Я же вас предупреждал, давайте. На мне держится гораздо больше, чем спектакль. У нас проблема, друзья. У нас не хватает одного тюфика. И тюфиком у нас будет кто? Правильно. Бельгердулин! Это потому что я башкир? Да ну что вы, с чего вы взяли? Конечно, я пошутил. Вперед, Бельгердулин. Так, а королева у нас будет Николаев. Я королева? Да. А принцесса? А принцесса... Тоже Николаев. Как это? Не знаю, это артхаус. Николаев, ищи, вы же актер, давайте. Давай я попробую. Давайте. Как тебе спалось, вот этот Николаев? Плохо спал, этот Бельгердулин. А что же не мешало, вот этот Николаев? А мне мешало. Стоп. Он что, издевается надо мной, что ли? Кто? Кто? Я затылком чувствую, как он сидит, тюфячит там во втором ряду. Сидит, понимаешь, так, ты значит, нет. Здравствуйте, товарищи. Я человек из комитета по закрытию всего. Здравствуйте. Мы будем закрывать вас, уважаемые. Что? Он куда не тянет. А что такое? Это что такое? Это что за веселый паровозик вы городите? Вы куда его тянете? До Голландии? Что это такое? Это... Ганс Христиан Андерсен. Вот этот в голубом? Нет, это Бельгердулин, это же видно, это не Ганс. Это в смысле горошина, принцесса на горошине. Это горошина, а это тюфяки. Четыре штуки тюфяки. Я так не понимаю. Как зовут? Дмитрий Владиславович. Давайте я буду звать вас Женя, мне так удобнее.
Жень, вот скажите, пожалуйста, вот эти вот ваши тюфяки, если они вспыхнут, вот загорятся, вы вот чем тушить-то будете их? Своей прической дебильной? Дебильная, да? Совсем? А тушить? Тушить, чем тюфяки будете, они вспыхнут, если вы чем тушить будете? А, Жень. Вода. Ваш выход.